сегодня будет Игорь Корнейчук. Тоже есть болельщики, смотри, дебютанты или не болельщики. И наконец, фотограф здесь. Любили скулики на своем красном Феррари Андрея Муларенко на Запорожце. Ну и наконец, десятым запасным сегодня будет исполнять Евгений Попков, который представляет спортивным характером, который всегда говорил, победу. Немножко скорости, однако же приближает к Мирону, но в основном он сейчас уйдет за вторую позицию, Мирону! Запорожец.
на соревнования, когда выйдут на трассу не три, а сразу шесть автомобилей. Это будет супер заезды. Шесть кругов, шесть спортсменов под окончание соревнований. Но пока мы видим, уверенно побеждает Андрей Муравейко и выходят зрители. Покупательные. Привет, Муравейко. Все внимание на трассу. Как-то неожиданно такое начало. В итоге вопросы идем. Прикрывает хвост у нас сейчас Александр Степанович. Я долго сейчас готова, чтобы мало того, мы видим, что будут проблемы с автомобилем. Не увидим, что
форма. Так, там залез на лицо. Ну, там, все было бы. Поворотники. У этого тоже. Является единственным спортсменом, который не потерял себе ни одного очка. Садовский уходит опять на первую сторону. Но очень недалеко от него, а вот уже чуть-чуть дальше становится причиной для Сергея Леона. Останется до финиша Геннадий Садовский. Не надо шведенку достать. Геннадий. Конечно же, на внешнюю траекторию в отсутствии попадает в помилу место для настоящего лидера. Не дает обогнать, что не ищет.
Ferrari. Держит немножко с одной стороны, пустил Суфановича. Суфанович вырывается с немножко, насколько будет большой отрыв у Суфановича. Когда его третьего его года, три гонщика фактически прогоняло друг друга. Все может быть. Так, каждый поворот, начинающая позиция для первой, второй и третьей дорожки. Пока Суфанович выдвинулся. Государство не поймется, близко подобраться к сопернику. Суфанович готов, что это был в старт. Вот, фактически, крутился еще второй. Где посмотрите соперника, вынес немножко по полу, чтобы... Вот, открывается, выстрелится, нет, нет! Ай-яй-яй-яй, столкновение врывает внутрь стадиона Геннадий Садовский. А это означает... Геннадий Садовский погибает, этот звонок стадион, ну а сейчас, как и Итак, внимание! Нет. Я больше уверен, что Муравейк Андрей не отдал свою полицию. Смотрите, как он движется к этому, просто через ребенка к финишу. Он очень победа! Победа сильна, победа запорожца. Муравейк! Вячеслав, кто-то там идет? Победитель!
Бронзовый заезд из своей пропыли, ну что ж, посмотрим, кто из них придет первым на финиш. Вячеслав Андреев идет вторым, и ровный разрыв между пилотами. Филигранное расстояние нет, все же третий пилот у нас несколько промежуток остается. Только ведь надо чуть-чуть для того, чтобы разобраться. Игорь Корнейчуков стоит очень серьезно от первого и второго пилота. Александр Сыгунович, еще один круг против, да. Это время для того, чтобы разрыв уменьшить. Вячеслав Панфилов как может даже стараться для того, чтобы отрыв был меньше. Что выровнять позицию. Корнейчук Игорь, вот только закончил финиш. Готовы? Это зависит в большом круге находится, Вячеслав Панфилов уже вторым, снова вторым. Добро немного потели, но это не мешает Вячеславу двигаться вперед и стремиться к победе. Самое главное, чтобы бампер не так колеса попасть. Корнейчук Игорь идет на третьей позиции. Он сказал, что Вячеслав чуть-чуть там Вячеславу приблизился к победе. Что может Иров, Александр, не обозначить, не показан чемпиона Беларуси. Прекрасно, держит угол, Александр вырывается, Первый пилот, Еще один круг, надо удержаться, либо увеличить свои шансы на победу. Мы приближаемся к финишу, совсем немного, так, меньше полкруга. И все же Александр Степанович выходит лидером, второй приходит в победу.